куда ближе, дальше. Салам алейкум, Шара. Как? А нормально ты как? Как себя чувствуешь? Четко? Отлично. Как всегда. Да. Как настрой? Готовы? Да. Мы готовы, а ты? Мы там с первого боя с Шара начнем. Да? Ты, короче... Потом уже, возможно, скучно будет. Смотри, какие-то моменты надо быть готовым. После первого боя, возможно, дальше скучно будет. Ого. Приветствую, Гор. Как ваши дела? Нормально, твои как? Как ваши дела? Нормально. А, как прошла подготовка? Нормально, еще проходит. Еще проходит? Да. Ну, весогонка же осталась, правильно? Ну да, еще пару тренировок весогонка. Как у вас? Хорошо? Да, четко настроено. Видно, что Шар в хорошем настроении. Заряжен, да, на хороший бой. Да. Сейчас нам надо до 4, по-моему, регистрироваться. А. Еще пообщаемся. Все, давай. Ждешь боев Махачева, Чимаева и Шары Буллета на UFC 294 в Абу-Даби? Проведи время с пользой и прими участие в розыгрыше крутых призов от Винлайн. Наши партнеры уже разыграли 2 путевки на UFC 294, но розыгрыш других призов продолжается до 23 октября. Ты можешь выиграть игровые консоли, комплект официального мерча UFC, годовую подписку на UFC Fight Pass и множество фрибетов от Винлайн. Переходи по ссылке в описании, участвуй и, самое главное, получай гарантированный бонус 500 рублей при выполнении всех условий конкурса. Ну, сейчас разговаривая с Исламом, пришли к мнению, что ты никогда не был обделен вниманием вот со стороны, например, журналистов. Ощущаешь ли ты, что UFC к тебе внимание, вот со стороны UFC к тебе много внимания, хотя ты на мероприятиях, медиа-мероприятиях не участвуешь? Ну, пока только в Инстаграме вижу, там, в интернете, там, а так, вот только я сейчас столкнулся, приехал вот в гостиницу UFC, где они нам сняли номер, а так... Пока еще никак не был с контакта с UFC никого не было. Надеюсь, сейчас хайп-машина их не заработает. А так, в основном, я работал на российскую аудиторию. Сейчас, конечно, буду расширять берега свои. И приехал захватить новые берега. И иностранную аудиторию тоже буду захватывать. Есть какие-то заготовки у тебя для иностранной аудитории? Может быть, что-то, не знаю, какие-то фразы выучил на английском? Потому что знаем, что у тебя с английским пока не очень. Ну, как минимум одна фраза есть «I came for my gold». Вот эта сумка должна быть заполнена золотом. 3 еще багажа должны быть заполнены, короче. Должен выехать весь упакован отсюда, иншаллах, и забрать свое золото. Будешь подавать себя как пирата? Ну, да. The pirate is here? The pirate is here, yes, yes. А какие ожидания от первой встречи с Бруно Силвой? Не знаю, я очень рад буду его увидеть, честно говоря. Теми событиями, которые были, все снимались, травмы какие-то, я уже переживал за него, думал, уже написать, может, билет, чтобы он мне свой скинул, я его встречу в аэропорту, доставлю его до клетки живым, здоровым, невредимым. И из-за этого только рад буду его увидеть, и рад, что дали такого соперника, очень маститый, титулованный,
и заряженные, азийской аудитории тоже они новенькие, так что полный газ, есть за что бороться и кого выигрывать. У тебя настрой лучше, чем даже в Дагестане, когда я с тобой встречался. Ну да, сейчас я чуть-чуть вчера отдохнул, а так, когда у нас в Дагестане были, был процесс подготовки, уже голова, можно сказать, вся была в тумане, только работу свою в зале делал и вот хотел только. А сейчас уже настраиваюсь на весогонку. Как вы знаете, я много не гоняю, так что поэтому в хорошем духе, не как мои соперники, там другие все много гоняют. В Таиланде с кем-то пересекался из бойцов UFC? Может, кто-то тебе что-то советовал, кто-то что-то рассказывал? Из бойцов UFC, наверное, из российского контингента только со всеми общаюсь, дружу, поддерживаю связь. А другими иностранными, ну, я знаю, что у меня с ними драться, я с ними спарринг, становлюсь спарринги не делал. Так что те, кто за кем я раньше следил, болел, возможно, теперь могут быть мои соперники, так что на них как на соперников уже настраиваюсь. Немного не огорчает тебя то, что ты первым выступаешь в карде, по сути, открываешь турнир? Ну, немного, чуть-чуть, да, были моменты, но я с лучшей стороны на все смотрю, в каждой ситуации набрать плюс. Видимо, UFC захотелось, чтобы с первого боя все смотрели, на арене уже сидели, ждали боев. И я заряжен показать такой бой, что другие бои, как минимум, до главного карда скучными казались. Шара, а если можно, про ту историю с яйцами, как ты закидал девушку, там посыпались комментарии, вот, Шара такой, сякой. А это же, по сути, было, когда тебе было сколько лет-то? 10 или 11, не знаю. Мы тоже так делали, в магазине кидали яйца. Люди, знаешь, комментарии пишут, они как будто безгрешные, все как будто такие идеальные, у них детство. Ну, если у них детство такое было, там, я не знаю, у меня детство что-то такое разнообразное было, веселое, интересное, где-то, да, глупости совершал. На это и человек мудрее, взрослее становится для этого, чтобы поумнеть и понять, что, ну, надо по-другому на некоторые вещи смотреть в жизни и брать опыт. Конечно, лучше брать чужой опыт, но свой опыт, он намного бывает понятливее, так сказать. Но все-таки сколько лет тебе тогда было? Мне было лет 11-12, наверное, было. Какой-то прикол у нас был с ребятами, да, что-то сделать, какое-то, как я не знаю, что-то, ну, не скучно время. Сейчас все в айфонах сидят, этих планшетах там. У нас здесь все время что-то хотели погеройничать, что-то, какую-то вещь сделать там. И не всегда выходило. Ну, для нас это весело, конечно, было. Но тем людям, кому причиняли какие-то обиды, наверное, не весело. Hi, Justin. What's up? So we came here with Kamaru Usman? Yep. Yeah, I'm here with Kamaru. He called and said we're going to Abu Dhabi, so let's go. What's your prediction? Fighting's awesome because anything can happen at any moment. Talking about a legend right here. He's a gamer, a competitor. He's going to compete. What about main event? We'll see. I think Islam gets him again. Probably more decisively, but we'll see. Again, anything can happen at any moment. Would you like to fight him, Islam, in case of his victory? I want to fight the winner for the belt. Thank you. Have a good one. Thank you.